Здравствуйте. Сейчас пятница, 10 июня 2022 года, 12 часов 10 минут примерно после полудня. Я ездил на устный перевод в операционный университет Сан-Франциско. Университет в Калифорнии Сан-Франциско, UCSF сокращенный. 5 часов в операционной была операция на открытом головном мозге. Пациентка была в полном сознании, разговаривала и т.д. и т.п. В общем, я сейчас покажу панораму. Хорошая панорама, но я на 11 этаж, на 12 не поднимаюсь. Ну, некуда, не хочется что-то. Итак, здесь видна панорама Сан-Франциско. Стадион. Видны вон красные такие башни моста Золотые Ворота, холмы. Вот это черное здание, это художественный музей Де Янг. А вот этот зеленый массив, это Голден Гейт Парк. Он очень длинный, километров 5, наверное, тянется до самого берега Тихого океана. Так,